Ну нигде, Эдисон, я тебя не вижу даже. Я вижу кристалл летает, то опять полетел кристалл. Опять полетел, да? А опять вернулся, смотри! Он прибежал, он подожди, подожди, это как? В смысле, он по лестнице прибежал сюда? Да, еще один бежит, смотри, 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 еще один бежит, бежит, смотри, смотри! Опа, 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 смотри, смотри, пробежал! Они умные! Магазин аккаунтов и ключей CaseGo.com с самыми низкими ценами. Испытай удачу и получи множество скинов. Участвуй в ежедневных розыгрышах игр. Это самый честный и проверенный магазин. Ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. И сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу рубрику «Тролли прятки в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями троллинга прятки. Только благодаря вам мы продолжаем записывать эту замечательную рубрику. Да, поэтому, ребята, ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллинг прятками. Чем больше лайков мы с вами сможем набрать, тем больше серий будет выходить. Да, и вообще давно не было троллинг-прятки, поэтому, ребята, все только ради вас, все только ради вас. Да, 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 все, давай, потопали. Да, давай, 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 пока-пока. В общем, ребята, я даже не знаю, что вам сказать, я даже не знаю, что это такое, что я построил в этой серии, что, в принципе, тут творится, я тоже не могу узнать, потому что все очень сложно, ну вот какая-то просто... Мутнейшая фигня творится, а вот, вот, потом, потом, да, и вот, и потом, вот, и типа, оп, и много монстров. Просто реально какая-то психоделика. Я надеюсь, то, что Жека тут немного то ли испугается, то ли в шок впадет, то ли я не знаю что, но вот что я построил, я надеюсь, что Жека не сможет меня тут найти за одну, за две минуты, хотя бы поищет, ну, минуток так 6, 7, 8, или до того времени, как у меня закончится зелье невидимости, как обычно это бывает. Поэтому, ребята, я не знаю, что я тут еще могу объяснить, наверное, мы сейчас пойдем на карту Жеки, я не знаю, что это, может, это гигантский писюн посередине леса, какая-то карта у Жеки, только лес и все. Я не знаю, ребята, давайте мы пойдем сначала к Жеке, посмотрим, что он построил, а потом вернемся на мою карту, как обычно. Ну шо? Да, я уже спрятался, Эдисон, можешь заходить, можешь заходить искать меня, давай, давай. Жека, я уже заметил, что у тебя тут лес, да? Просто лес. Да, слушай, Эдисон, ты играл в Слендермена? Нет, но знаю, что это такое. Ну, собственно, в Слендермене там такой вот тоже лес был, да, ну, собственно, вот, да, ищи меня в этом лесу. Хорошо, 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 я ещё найду уже, опачки. Так, спанпоинт я забыл поставить, спанпоинт. Да, забыл спанпоинт, давай, давай, ставь, ставь. Нет, не ты, я уже думал, что нашел. Так, сейчас все будет, Жека, сейчас все будет. Давай, 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 Эдисон. Жека, что за башня, писюн какой-то? Да это обычная башня. А, обычная башня? Да, да, да. Обычная башня, прикольно. Самая обычная башня. Ладно. Ладно. Да, самая обычная башня. Самая обычная, да, да, да. На которую меня убивают. Так, хорошо. Опять, как я вижу, есть какая-то шахта, да? Опять. Да, вот возможно я в шахте. Ты посмотри, посмотри внимательно. Да нет тут. Давай, давай. Нет, это не ты. А может Эндермен? Слушай, может это карта про Эндермена, может Эндермен? Думаешь? Да, ты посмотрите. Эндермены эти очень подозрительные, эти эндермены. А, они очень подозрительные, да? Да, да, да. А чё они подозрительные? Не могу понять. Да я не знаю, просто какие-то подозрительные. Просто... Или не знаю, там, допустим, волк или кто-нибудь ещё там. Кровяк, я вижу кровяк у Жека. Кровяк, когда там трупак лежит, трупак прям с предыдущего раза остался. Нет, это не ты, это не ты. И вот это тоже не ты, хорошо. Так, Жека. Давай, Эдисон, давай, давай. Я посижу, подожду тебя. А, то есть сидеть он собрался, да? Сидеть он собрался. Хорошо, хорошо. Ну ты вот... Ну а что, если ты даже меня не видишь? Я бы, конечно, побегал, чтобы там перед тобой, да, но... Чё мне бегать, если ты даже не видишь? Хорошо, это тоже не ты, тоже не ты. Да, Жек, что-то сложно тебя найти. Нравится мне такой троллинг, сидишь, да. Ничего не делаешь, говоришь какую-то фигню, тебя тут тычет. Ой, да, типа на расслабончике, да, на расслабончике он. Так, хорошо, хорошо, Жека. Сейчас все будет, не переживай, я сейчас тебя найду за минуту, засекай просто, засекай. Вторая чашка, даже попить нечего, сижу тут, скучаю. Скучает. Вот. Скучает. Сам скучаешь или с кем-то? Я сам скучаю. А, сам скучаешь, значит, да. Сижу тут, не могу. Так, так. 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 Ай! Да твою-то мать, а! Какое, то есть миллион деревьев, я должен тебя найти на одном из них, да? Нет, я не на дереве.
Да, конечно. Конечно, Жека, конечно. Я так тебе и поверил сразу же. Хорошо. Что ты взял, что вообще на дереве? Как бы деревья тут вообще, они тут все одинаковые, как бы тут ничего в них нету. А, потому что ты сказал, что это месть. Я в прошлой серии спрятался где-то высоко. Ты поищи на деревьях, как бы там даже ничего не строил, ага. Ты поищи. Может, найдешь все-таки меня. Что, если ты реально где-то вот тут, то я с тобой больше не дружу, Жека. Ну хорошо, ведь я не тут, как бы, поэтому мне бляться-то нечего, да? Думаешь? Думаю, так, да. Жека, что ты очень подозрительный какой-то. Давай, рассказывай. Месть. Почему это месть? Что-то не могу понять. Не знаю, может, я там где-то в секретном месте, да, каком-то. Как, куда ты спрятался? Тут у тебя один дом, у тебя одна башня, все. Какое в жопу секретное место? Один дом, одна башня, один сарай, как бы там есть. Ну? Эндермены, волки, ну много что есть, Эдисон. Ты просто не видишь скрытых вещей, понимаешь? Какие скрытые вещи? Нет тут никаких скрытых вещей, Жека. Давай, поищи меня. Да ты ж... Так, Жека, так уже не интересно. Скрытый. Месяц, сказал. Я говорю... Все скучно, давай быстрее. Если ты где-то на дереве. О, если ты где-то на дереве, все. Ой, если я где-то на дереве. Ой, если ты где-то на дереве. Так, Жека. Давай. На дереве. Поищи меня на дереве. Может, найдешь когда-нибудь. Нет. Как... Где? Так. Ну нигде, Эдисон, я тебя не вижу даже. Я вижу кристалл, или ты, а то опять полетел кристалл. Опять полетел, да? Опять вернулся, смотри! Он прибежал, подожди, это как? В смысле, он по лестнице прибежал сюда? Да, еще один бежит, да. смотри, еще один бежит, смотри. Опа, смотри, пробежал. Они умные. Жека. Искусственный интеллект развивается, понимаешь? Искусственный, так уже нет, так. Так, сейчас. Я не знаю, может, он что-то забыл. Да нет, вроде нормально. Он, походу, броньку просто не одел, и сейчас в инвизе сидит. Да нет, всё, в смысле, всё, ничего всё это, не... Всё это время, и 30 деревьев, и я должен Эдисон, тебя найти. Я уже как бы это... А, давай. Хорошо. Не, Жек, я тебя убивать не буду, скажи, где ты был, скажи. Ну хорошо, ладно, я выиграл. Нет, ты не Эдисон. Выиграл, где ты был? Да я выиграл. Не, телепортируйся ко мне, телепортируйся. Эдисон, просто понимаешь, тут из всех деревьев, как бы единственное, вот здесь такое с выемкой, видишь, вот, я тут лежал. Прикольно, да. Вот тут я лежал. 100 деревьев на карте, я должен тебя найти. Прикольно. Да тут это видно даже. Знаешь, что я сделаю в следующей серии? Построю бассейн 100 на 100 блоков, 100 блоков в глубину, 100 блоков этажей, и ты будешь меня там искать. Эдисон, я даже NPC не расставлял на деревьях, ты даже не мог ошибиться. Ну шо, Эдисон, я рад тебя. Ну давай, я тебя жду, Жек, я тебя уже жду. Давай. Я как бы, возможно, признаю, какой сборзак как-то слишком на читерное место было, но, честно говоря, я даже не подозревал, что меня будешь так долго искать. Хорошо, давай, Жек, ищи меня. Что-то тут какой-то, ты вообще, ты чё курил перед серией, Эдисон? Ничего, я не курю. Скажи мне просто, что он курил, чё это такое, чё за трамплины какие-то? В смысле, это просто мостики через мостики, потом... Яички обсидиановые, потом каменные, там, много всего, Жека, много. Палочки всякие, паучки, да, много всего бегает, Жека, прям много. Много, я вижу, что много всего бегает. Ну, хорошо. Давай, ты ищи меня. Так, ладно, я бегу, не ты. У меня, конечно, не такая запаренная карта, как у тебя, ты меня быстрее найдешь, поэтому, Жека, давай, ищи. Ну, я в яичке. А, ты в яичке. Нет, ой, я в яичке. Ой. В яичке сидит какая-то Кристина, она меня убила. Кристина тебя убила, да? Да, Кристина. Ой, да плохая Кристина какая. Ох, плохая. Собака, да. Кристина, не обижайтесь. Какое палевное место? А ну. А, вот это? Да. Вот это, да, какое? Ну-ка, какое? Не знаю, я не видел. Не знаю. Вот это, да. Вот это, да. То самое, оно. А, да, вот это там, да. Ты Эдисон, я не понимаю, где ты. В смысле? У меня простенькая карта. Два мостика, два яичка, одна палочка. И одна какая-то... Два мостика, два яичка и одна палочка. Ты же мостик, два яичка и одна палочка. Я тут извращенец. Я сказал обычная палочка, обычные куриные яйца. О чем он подумал, да? На чем он подумал? Кто еще тут извращенец? Да, да, да. Все с тобой ясно. Ой, а что, где? А что тут все горит? Все карты. Да. Ну, потому что ты фаер-тик там. Подожди, а главу я же могу? Не могу? Ну, ты умрешь, как бы. Не, в смысле, как бы по карте задумано, что я в лаву должен прыгать. В смысле в лаву? Ну все, значит, ты не в лаве, я понял.
Или нет? Горит какой-то ламприк. Ну хочешь прыгами, как горю-то... Ну типа, блин, можно найти какое-то зелье огнестойкости или нет? Попробуй. Ну помнишь, помнишь, что я всегда делал как бы много всяких вот этих. Не, я понимаю, но я как бы, если меня там... Ну да, попробуй найти, попробуй найти. Все-таки есть, да, ну? Не, что-то там где-то может быть. Ну ты прочекай места, там ты в яичках вообще был, Жека? В яичках-то был. А на вот эти, как эта фигня называется, такая, завихрюнишка вверх идет, такая большая, да, огромная. Да, там тебя нет, я понял уже. Так, Эдисон, ну я умираю в лаве, я не могу там даже искать, да, ничего. Ну... Я не знаю, почему он взял то, что я в лаве, ну окей. Потому что в лаве стоят таблички, а если там стоят таблички, значит там ты что-то строил. А если ты что-то строил, значит там мог чисто теоретически спрятаться, правильно? Да, да, наверное, может быть, не знаю. Не, ну зачем ты бы там ставил таблички, если бы ты там не хотел прятаться? Какие-то там таблички. Вот зачем человеку просто здравого уме заливать? Я не знаю, чё он так прям схватился за эту лаву. Ну хочешь и меня в лаве, Жек, мне по барабану. Я понимаю, что Эдисон хочет отомстить мне за мой... За мой... За мою карту. Подожди, я не знал. Я не знал, где ты спрячешься. Я эту карту построил до того, как... Ты сейчас думал, где будешь прятаться, как бы, понимаешь? Нет, ну как бы я не успел бы построить что-то там за сколько? За 30 секунд. Не, Эдисон, стоп, ну ты серьезно, как бы, скажи. Тут можно найти зелье огнестойкости? Чтоб я его просто не... Нет, нельзя. Нельзя, все-таки. А то сейчас сижу, открываю все печки, все подряд. А, там еще печка, там еще сундуки вроде есть, да, и что-то там еще. Ну, сундуки там эндер, так что ты там точно как бы не спрятался. Да. Не, ну я говорю, зелья нельзя найти. Сразу тебе говорю. То есть все-таки я могу прыгнуть. Я подыхаю, там даже я понимаю, что там таблички стоят. Ну хоть, Джека, мне по барабану сейчас. Видишь, как он там прыгает, подыхаю. Если ты в лаве, то ты иди в жопу, понял? Хорошо. Иди в жопу. Не пойду. Ты в лаве. Я так и понял, что ты в лаве, но я не понимаю, как ты пробраться. Подожди, горит, если ты в лаве, пойди в жопу. Я говорю, не пойду. Ты говоришь, ага, значит ты в лаве. Вообще логики нету никакой, Жень. Ну подожди, стоп, он говорит, значит не пойду. Значит он, типа, уже понимает, что он в лаве. Он говорит, я не пойду в жопу. Нет, ты говоришь, ты в лаве, иди в жопу. А я говорю, не пойду, значит я не в лаве. Да нет, у тебя какие-то тупые слова. Тупые слова, ну ладно же, ладно. Я заколебался умирать в этой лаве, серьезно. Можешь еще поплавать, мы как бы вообще по барабану уже. А, то есть ты все-таки не плавишь. Ты меня заколебал, ты меня запутал за этой лавой, я реально говорю. Ой, у меня зелье кончается, Жека, зелье. Я тебе дам подсказочку, я не НПС, да. Зелье кончается. Ну ты в лаве, я понял. Я не смогу тебя в лаве найти, серьезно, то есть я там умираю. Жека, у меня зелье через 5 секунд кончается, поэтому я, наверное, вылетаю, да? Да нет, подожди. Стой. Вылетает он. Ага. Подожди, ты говоришь... может быть, и здесь? Жека. А подожди, идти сюда нельзя. Или можно? Это яйцо кирпичное. Яйцо, да? Говоришь, яйцо. Яичко там, да? Единственное, ты меня заколебал, честно слово. Яичко у тебя там, да, какое-то кирпичное? И обсидиановое. Да. Да. Угу. Да я сам не понимаю, сдаюсь, реально не могу найти, я не представляю. Что это такая странная серия? Ну я реально в лаве был. Только иди сюда, ты пэхнись. Я тебе говорю, я сколько в ни разу не прыгал. Ты пэхнись. Ну ты пэхнись. Вот. Прыгаешь сюда, и все. И вот ты тут внизу. И идешь сюда, и вот я тут стоял. Вот куда тебе нужно было прыгнуть, в этот блок, Жека. Ну блин, смотри, подожди, давай я сейчас выключу гейммод. Гейммод 0, да? Угу. Прыгаю в лаву. Ну, и вот, я вот тут был. Ну капец, я должен был угадать один блок, Эдисон. Да их тут миллион, Жека, можно было в другую часть прыгнуть, вот сюда, смотри, иди сюда, ты прячешься. А я сколько раз прыгал, а нет, вот сюда я прыгал, но я сгорал. Вот смотри, вот тут один блок, вот, где он, вот. Ну вот. Если иди в жопу, Эдисон, короче, это поставил. Да, нет, кто еще позовет, это тебе месть, Жека, это тебе месть. Ой. Да. Я, подождите, я хотя бы немножко его нашел, я понял, что он в лаве, он понял, что я на деревьях. Мы нашли друг друга. Как бы поэтому, почти, да. Костя. Ничья! Я согласен, да ничья, Жека. Да, ничья. Ой, ну поэтому, смотри, не строим такие непроходимые карты, я тоже тебе мстить не буду. Так что, Жека, внимательнее в следующий раз, молодой человек. Да. И ты тоже, да. Хорошо. Мы это поняли друг друга. Поэтому, ребята, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить.
И, ребята, не забывайте писать ваши комментарии, предлагать идеи для новых карт, для троллинга прятки, для всех наших рубрик. Мы будем их обязательно читать и оценим. Да, ребята, большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедова.